Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, видео мое по проекту Holiday. Я в восторге от проекта. У меня на балансе 1400, плюс у меня капает денежка. Я сюда инвестировала сотенку. Вот. Пусть капает. И это у меня на балансе уже в рублях. Это 10 рублей накапало. Ну, не суть, не в этом. Вот я хочу поставить на вывод 1400. Буду ставить 1300. Сотенку я оставлю. Хочу активировать еще платформу за 100 рублей. Значит, нажимаю финансы. Вывод средств. Так, у меня на балансе 1400 рублей. Вставляю сумму 1300. Так, Payr у меня в настройках прописан. Так, все сделала так. Угу, нажимаю вывести. Так, запрос на вывод успешно отправлен. Время исполнения 24 часа. Замечательно. Значит, что еще здесь? Вот 100 рублей у меня осталось. Значит, теперь что? Я иду во вкладочку платформы. Нет, сначала мои платформы я вам хочу показать. Рубли. И вот мои площадочки. Вот за 100 рублей. Они у меня в работе закрываются. Вот у меня за 200 рублей помаленечку закрываются. И вот у меня еще я за 100 рублей открывала. У меня закрылась. И я реинвестом пошла за 200 рублей. И вот у меня за 900 вот закрываются тоже площадочки. Это супер. Так, далее что? Так, ну это вот у меня монеты капают. Так, 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 транзакции. Здесь вся статистика. Значит, смотрите, вот по 700 рублей мне начисление с третьей платформы, начисление с третьей платформы, апгрейд на вторую платформу, потом начисление, средства успешно выведены. Вот я выводила, вот 1300, запрос на вывод средств отправлен. Это все у меня здесь как бы... Ну, вот это реферальные идут они с этого... С инвеста. Копеечки капают. Так, теперь что я хочу? Платформы. Рубли. У меня на балансе 100 рублей. И я активирую платформу за 100 рублей еще. Тем самым я подталкиваю всю структуру. Купить сейчас. Успех платформы успешно приобретена. Значит, теперь я иду опять мои платформы. Рубли. И вот я приобрела платформу за 100 рублей. Вот она моя. Ко мне сюда встанет первый возврат денежных средств первым человеком. Ко мне встанет сюда вот человечек. Вот как вот здесь, да? Вот. И мне обратно вернется эти 100 рублей на основной баланс. Значит, и что я хочу обратить внимание? Посмотрите, вот я навожу на человека, да? Видите, у меня не кликабельно. Это не мой человек, это мне пришел перелив. Это тоже перелив, это тоже не мой. И это не мой, я не могу на него нажать, значит. Вот это мой. Вот видите, как бы ладошка, да, появляется. Вот это уже мой человек. Если это мой... Это мой, это мой. Ну, это вот мои. А вот это мне пришли переливом. Видите, я не могу на них нажать. Нажимаю, а на этого я могу нажать. Значит, ну что, подождем вывод. И продолжу видео. Значит, прошло пару минут. Денежка поступила на кошелек. Payr. Открываем. Давай, открывайся. Так, 0 минут назад. Payr у нас берет комиссию. Плюс 1223 рубля. 5.02. Комментарий. holidayprofit.com. Все супер. Проект платит. Я довольна. Значит, всего у меня заработано в проекте уже. Сейчас покажу на главной страничке. Наверное, меня выбило из кабинета. Так, сейчас я зайду в кабинет по новой.
Давай грузить быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, войти. Ну, пока не висни. Так, давай. Сходись. Так, а я перекрутилась. Так, войти. Вхожу, авторизация. Так, все у меня заработано уже. Сейчас опущусь пониже. Давай, опускайся. Так, 7843 рубля. Это супер. Кому интересно, присоединяемся. Проект, конечно, бомбезный. Вот, замечательный. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.